У строі завсёды, у памяці навекі. Стэнды з фотаздымкамі ветэранаў і ўдзельнікаў вялікай айчыннай у перадсвяточныя дні ўсталёўваюць у школах, гімназіях, на прадпрыемствах па ўсёй Беларусі. Сёння такая фотагалерэя адкрылася ў Мінску ў холе прадпрыемства Мінгаз. Партрэты, а таксама факты з біяграфій сваіх дзядоў і прадзедаў прадставілі самі работнікі, каб расказаць калегам пра гераічнае мінулае сваіх блізкіх. И мы обратили внимание, насколько люди с огромным трепетом, прямо со слезами на глазах, рассказывают историю о своих родных и близких. И это очень важно, потому что психологически мы видим вот это объединяющее звено. Наши родные и близкие рядом, плечом к плечу, они вместе нам завоевывали этот мир. Как можно сегодня нам друг с другом ссориться? Как можно идти на какие-то конфликты? И мы заметили, что и в трудовых коллективах между сотрудников отношения теплее становятся. Горжусь, что мой дедушка являлся участником военных событий Великой Отечественной войны, что освобождал от немецко-фашистских захватчиков, в том числе Беларусь и страны нашего дальнего зарубежья. Я думаю, что молодое поколение, которое сегодня будет проходить мимо этого стенда, будет обязательно интересоваться своей историей. Правядзенне такой акцыі падтрымаў беларускі фонд міру. Па ўсёй краіне ўжо з'явілася больш за 300 стэндаў памяці.